прежде чем поздороваться с вами, огласить свое стандартное фирменное приветствие, я хочу поблагодарить от всей души, от чистого сердца нашу любимую Белочку Золотые Ручки. Миленькая моя, я тебя благодарю. Так неожиданно она сделала мне сюрприз. Милая Белочка выставила на своем канале ссылку на мой канал. Я тебе очень благодарна. Спасибо большое, наша любимая девочка. Девочки, которые приходят от Белочки, добро пожаловать на мой канал. Я верю, что мы подружимся. Я постараюсь вас не разочаровать. Огромное спасибо, миленькая Белочка. Будь счастлива, моя хорошая. Я всегда говорю, у тебя не только ручки золотые, но и сердце большое, доброе и золотое. Всем добро пожаловать вновь прибывшим. Ну а я начинаю со своего стандартного фирменного приветствия. Всем здравствуйте! Доброго времени суток! С вами я, Ника. И это мой канал «Московские будни». Миленькие мои, так рада вас всех приветствовать. Столько теплых комментариев мне написали. Я так рада, что вы все со мной. Я вас всех обожаю. Не успела вам написать ответ, потому что я опять бегу в поликлинику. Сейчас у меня откачают кровь. Меня готовят к последующему обследованию. Кровь будут брать. Креатинин, по-моему, так правильно. Ой, забыла. Да, по-моему, так. Чтобы делать мне КТ с контрастом, с усилением. А для этого надо знать мой креатинин из-за того, что у меня одна почка, как вы знаете. А вторую меня лишили доктора, так они решили. Ну, по ошибке. Потом расскажу, как-нибудь кто-то знает уже. Вот. И после этого, как будет готово, будет анализ крови готов, мне сделают КТ брюшной полости. И потом меня, надеюсь, госпитализируют в плановом порядке. Этот ковид все переменил в моей жизни. Смотрите, как бликует сусальное золото на храме, купола, золотые купола. Невозможно держать камеру, рука стынет, потому что у нас минус 10 градусов, а ощущается как минус 12, и лютый северный ветер. Вот такие у нас новости в Москве, такие у меня будни. Не знаю, когда все это закончится, когда наконец-то зима отступит. Все, миленькие мои, я бегу, потому что время поджимает. Вышла сюда, чтобы рассказать вам, что я здесь, я не потерялась. Просто сейчас очень холодно, я бы с удовольствием куда-то поехала поснимать, но пока, увы и ах, надо хотя бы пойти, будет, вот даже сегодня не могу пойти, хотела пойти голубей покормить, но думаю, не стоит рисковать, но правда очень холодно. Я даже по улице иду в маске. И под маской у меня еще проложена такая тканевая одноразовая салфеточка, чтобы защищать тройничный нерв. Он у меня тоже слабый. Господи, как послушаете меня, скажете, не Ника, а какая-то куча болезней. Ну что мне делать? Крепкая была, я же говоря, бывшая спортсменка. Вот так получилось. Совершили врачебную ошибку во время операции.
и пошло-поехало. И вот уже четвертый год продолжаются мои хождения по врачам. Ну все, миленькие мои, я вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Ника, и это мой канал «Московские будни». Всем пока-пока!